Так, ну что ж, всем привет, с вами мистер Миха. Сегодня мы продолжаем проходить Героев Меча и Магии 2. Так, ну и что ж, давайте выбирать, за кого будем играть. Лично мы как-то давно за... Ну как, мы вроде бы еще не играли за волшебницу, так что давайте волшебницу возьмем. Ну, пускай так. Пускай где-то тут стартанем. Так, наша задача — Красная башня. А для Красной башни нам надо стойло для единорогов. А для единорогов нам нужен Стоунхендж. Ага. Понятно. Ставим гильдию магов, значит. И давайте посмотрим, что мы можем уже прямо сейчас занять. Лидерство. Возьмем. О, ртуть. Ртуть нам надо будет. О, дрова. Так, теперь мы в поисках ртути. Потому что ртуть нам позволит поставить фениксов в своем городе. И уже собирать войска. Нет, тут кристаллы. Кристаллы нам не надо. Так, ладно, построим пока полигон. С эльфами. Ага, золото. Это хорошо, что мы нашли золото. Но нам надо еще найти лабораторию алхимика. Так. Ладно, пройдемте-ка. Нет, там тупик. Да, там обелиск, но нафиг он мне нужен. Не, ну это не очень смешно. Где... Где руда? Где все? Так, ладно, придется идти через рынок. Придется через рынок все устраивать. Так, сюда тоже особо и не пройти.
Пойдемте тогда на кабанов. Так, подождите, а зачем мы... Блин, а мы ж могли сэкономить. Да, я зачем-то купил сехл. Просто я заметил, что я почему-то за волшебницу редко играю. А, так мы еще чуть всю руду не потратили. Так, минус друид, к сожалению. Ладно, понятно. Так, стоп, а откуда у нас... Ладно, это хорошо, что у нас наконец-то появились фениксы. Давайте улучшим друидов. Ладно, давайте как-то так. Попробуем выдвинуться куда-то. В снега. Там личи стоят.
А тут копейщики. Наверное, копейщики не такие опасные. У нас же тут тоже цели захватить определенный город. Нет, копейщики, вас я не возьму. Все отлично. Возьмем удачу. А вот и лаборатория алхимика. Ага, там варфах бегает. Ну бегай себе, давай. Ага, он занял город. Ну окей, пускай занимает. А вот шахту пусть не надо занимать было. Шикарно. Возьмем тогда гномов еще ко всему этому. Давайте заберем этот арбалет у зомби.
А, так у него из чего-то там серьезного, что у нас? Да никого серьезного. Не знаю, я рассчитывал на что-то большее. Я просто его взял и разогромил. Окей, это радует. Давайте тогда прибьем желтого, чтобы он меня не бесил. Ну, я побеждал армии посерьезнее. Все. Удачу. Кстати, не знаю, зачем мне навигация. Но она волшебница дается изначально. Не знаю, что волшебницам так повезло. В данном случае не очень повезло, так как... Тысяча восемьдесят. У нас что, больше мувпоинтов, чем у этого чувака? Прикольно. Но это, наверное, из-за вот этих вот башмаков. Логистику возьмем. Логистика нынче понадобится. Увеличили очки передвижения еще на сколько-то там единиц. Давайте возьмем вместо гномов троллей. Так, стопэ. Давайте так сделаем, чтобы было больше как-то шансов. Потому что мне кажется, что мы будем как-то посильнее. Ну да, так оно и есть. Все, желтый уничтожен. Так, прекрасно. Нет никаких мумий.
счастью, это зеленый дракон, а не черный. Ладно, не настолько серьезно потеряли. Давайте лидерство возьмем. Хотя поиск пути, конечно, будет тоже очень таким полезным. Все, зашибись. Так, это получается тупик. Ладно, пойдемте на север. Ага, там тоже не пройти, но мы уже видим тот самый город. И уже пути к отступлению, если нам надо новые войска подкопить. Давайте вместо единорогов возьмем, они будут полезнее. Ну, были бы улучшены, я бы воспринял, а так нет. Пятнадцать. Не, ну это не дело, всего лишь 138 дамага нанесли. Чё-то у меня ощущение, что я как-то слишком рано сюда пришел. Нет, тут как-то слишком большая армия. Это я поспешил. Но ответ все равно нет, мы не возьмем. Ладно, пока что. Давайте нападем на гидр.
Подождите, вы хотите сказать, что я не смогу пройти вот таким вот образом? Ладно. Там еще пару дней ждем, нанимаем еще войска. Ага. То все должны вроде бы проиграть там тех, кого мы будем атаковать. Нападаем. Надо было просто собрать еще один раз войска. Не знаю, зачем я это делаю. Виндхолм взят. Ну что ж, очередная карта пройдена. А на этом все. Всем пока.